В Краснощековском районе спасли лошадь, которая почти неделю простояла с открытым переломом ноги в поле. Эта история вызвала широкий резонанс в соцсетях, однако хозяин животного так и не объявился. Заберите и все. Напишите объявление, что нашли лошадь, и расклейте его. Может, у нее вообще хозяин умер, а забрать некому. Что там за люди у вас бездушные сидят? Заберите, пожалуйста, лошадь с поля. Очень вас прошу. В районе предположили, лошадь вместе с табуном перебегала дорогу или отбилась от него, когда ее сбил проезжающий автомобиль. ДТП произошло 19.01.2023 года в половине восьмого вечера в 19.30. В администрации стало известно только в понедельник о ДТП, когда потерпевший в ДТП водитель обратился в администрацию с просьбой найти и установить владельца лошади, потому что, чтобы с него потом в судебном порядке взыскать ущерб, причиненный лошадью мошенник. Сразу же были организованы с администрацией поиски владельца. Владелец 100% знает, что лошадь его попала в ДТП, но не хочет, скорее всего, связывать с судебными процессами по восстановлению автомобиля. Люди, которые решили приютить животное, все-таки нашлись. Ты ее Мартой назвал, Леш? Я всех Мартой зову. А мы ее по-другому с Ромой назвали. Легенда, надежда, звезда. Такие клички дают лошади. Напомню, на прошлой неделе она попала под автомобиль. Несколько дней с ранением стояла на морозе. Ее подкармливали неравнодушные фермеры. Привозили овес и сено. Хотели транспортировать, однако сделать это было сложно. И вот чудо случилось. Неравнодушные жители Роман и Ольга Дроботовы, а также представители районной и сельской администрации забрали животное. Для этого им понадобились УАЗ, трактор и скотовозка. Приютил ее местный фермер Алексей Нагайцев. Взял на постой лошадь. Сосед вот побеспокоился, узнал, что болеет лошадь. Ее сбили после даже трассового происшествия. Там переломана нога очень сильно. Выбито, привезли. Но состояние у лошади, конечно, не очень. Покормили, напоили. Состояние ухудшается. Пьет мало, ест мало. Очень худое, больное животное. То есть очень срочно нужна медицинская помощь. Осмотреть лошадь приехал ветврач из краевой столицы, сообщают в районной газете. И вот что он сообщил. У лошади сильно пострадала нога. Фактически она держится только на сухожилии. По словам ветеринара, у животного начался сильный некроз тканей. Поврежден подвенечный сустав. Вот. И мышцы порваны, все, а сухожилия целые. Ее можно вообще спасти? Вот. Если сухожилие ей не перерезать, ничего не это, можно поставить, ну а сустав собрать. Это условия нужны, вот именно какая-то ветеринарная клиника. Лошади – это животные, которые все чаще всего делают стоя, да. Конечно, они могут лечь, но это не ее естественное положение. При переломе, то есть это боль, которая, постоянная боль, и от нее никак не избавиться. И лучшее, конечно, для лошади все-таки это ее пристрелить. Вот это мнение всех специалистов. Я сейчас поговорила с нашими коллегами-зоологами, потому что даже на скачках дорогих породистых лошадей, если они травмируют себе ногу, а тем более открытый перелом, то лошадь пристреливают. Местные ветврачи назначили лечение, поставили обезболивающие, антибиотики и почистили рану. Животное пока будет находиться у Алексея Нагайцева. Местной администрации сообщили, если в течение полугода не найдется ее хозяин, то лошадь по закону останется у фермера.